Спроси любимое его аниме в жанре романтика. Ё-моё. Слушайте, их есть у меня. Есть ответ. По классике пойду. Тора-Дора. Смотрела? Нет. Это мой сосед Тоторо, нет? Нет, Тора-Дора. Тора-Дора. Чат, ставьте плюсики, если вы знаете, о чем я говорю. Оно прям очень крутое. Очень круто. Полетели плюсы. Дора — это у школьницы по кличке Тайга у нее было. И одном пареньке, который сын якудзы, он добродушный максимально, но лицо у него, ну, такое прям убийцы. Его все боятся, а он внутри сладкий пирожочек с вишней. Вот. Очень крутая штука. Она прям вот тоже одна из штук, которая мне так в сердце запала. Мне потом сны про это снились. Я такой, а что, такие же отношения, как у них? Боже мой. А потом это просыпался? Да, потом просыпался, лучше. Плакал в поту весь такой. О, нет, верните меня обратно. Да.